по 25 стекол мы закладываем в автомат, и он вот делает 10 операций. Все. Через 20 минут все готово для просмотра. Очень удобно, очень. Новое оборудование, которое получила Балаковская районная поликлиника, значительно облегчает работу сотрудников лаборатории. Раньше они проводили исследования в рамках раннего выявления онкологии у женщин, делая окраску каждого стекла с анализом вручную, а теперь им помогает робот. Также в этом году в учреждении появились и новые анализаторы крови. 5 аппаратов, которые установили в нескольких поликлинических отделениях. Все это оборудование приобретено компанией «Фосагра». Мы попросили компанию, чтобы нам помогли, ну, так скажем, в базовом оборудовании, которое мы применяем каждый день. Это автоматические гематологические анализаторы, но уже нового поколения. То есть это большие возможности, большая информативность. Естественно, более высокое качество оказания медицинской помощи. Сотрудничество компании «Фосагра» и Балаковской районной поликлиники длится уже не первый год. Особенно крепло оно в период пандемии, когда химики приобрели все необходимое для того, чтобы медики могли выявлять новый вирус. Были закуплены защитные одежды, маски, перчатки, очки, чтобы сами работники поликлиники чувствовали себя в безопасности, оказывая помощь пациентам. И благодаря компании «Фосагра» в учреждении появилась первая в области ПЦР-лаборатория, где проводили более 1000 тестов в сутки. Это у нас никогда не было, ну, в принципе, жизнь нас не заставляла ее иметь. Но вот когда случилась вот эта пандемия, и когда была огромная востребованность в тестах, компания «Фосагра» очень быстро откликнулась вот на наше предложение. Мы сумели создать эту лабораторию. То есть амплификаторы были закуплены, многое другое оборудование вот за счет средств компании «Фосагра». Эта же пандемия положила начало дружбе химиков и сотрудников Балаковской городской клинической больницы. Тогда на базе учреждения открылся ковидный госпиталь, и компания «Фосагра» оперативно обеспечила его медицинскими препаратами, защитными костюмами, а также помогла подвести кислород для больных, у которых была пневмония. Пандемия закончилась, а дружба продолжается. В этом году городская больница тоже не осталась без внимания химиков. Лаборатория, которая делает исследования для всех отделений, а это около 1000 коек, пополнилась новым оборудованием. Приобрели аппараты, необходимые для лабораторных исследований, для экстренных лабораторных исследований, биохимический анализатор, гематологический анализатор, которые работают в круглосуточном режиме. 18 июня медики отмечают свой профессиональный праздник, и новое оборудование стало для них хорошим подарком, который позволяет не только быстро оказывать помощь пациентам, но и самим работать с удовольствием.